делегации, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Римма Акбердиновна Бакалова. После весовой категории до 67 килограммов готовится к награждению весовая категория до 60 килограмм. Просьба победителя и призеров пройти в зону награждения в правом крыле спортивного зала. Тренеры, просьба подготовить спортсменов к награждению. Представляем судейские бригады, обслуживающие финальные встречи за третье место. На ковре А руководитель ковра Николай Асаев, судья международной категории Республика Мордовия. Арбитр на ковре Гигам Саидян, судья международной категории Ростовская область. Боковой арбитр Антон Карелин, Пермский край, судья международной категории. На ковре «Б» руководитель ковра Александр Курилов, судья международной категории Новосибирская область. Арбитр на ковре Владимир Макаров, судья международной категории Липецкая область. Боковой арбитр Роман Нечаев, судья международной категории Челябинская область. Представляем спортсменов на ковре в красном трико Сайгид Бутаев, мастер спорта, представитель Республики Дагестан. Ему 23 года, он является победителем первенства России, победителем первенства Европы. Тренируется под руководством тренера Магомедова. Его соперник, борец в синем трико, Азамат Ахмедов. Мастер спорта международного класса, представляет Ямало-Ненецкий автономный округ. Его лучшие спортивные результаты – призер чемпионата России, победитель международных турниров. Тренируется под руководством Дюшко. Представляем вторую пару борцов на ковре «Б», оспаривающих бронзовую медаль. Красным трико Аскер Ашадугов представляет город Санкт-Петербург. Мастер спорта международного класса, он является победителем первенства Европы среди юниоров. Борец в синем трико Исламбека Альбиев. Заслуженный мастер спорта, является двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира, победителем Олимпийских игр. Ему 31 год, тренируется под руководством Феликса Авакова и Давида Кадилова, который в данный момент его и секундирует. На ковре А победу одержал Сайгид Бутаев, Республика Дагестан, мастер спорта, и стал бронзовым призером весовой категории до 67 килограмм. Синий активный.
еще раз дернется и будет стойка. Опен блю! Action red! Победу одержал Исламбека Альбиев, заслуженный мастер спорта.